Председатель КНР призвал мир строить отношения на взаимном уважении. На Востоке отпраздновали юбилейную дату Великой Победы. В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Отдать дань памяти участникам тех событий переехали около 49 лидеров иностранных государств, а также международных организаций. Среди почетных и долгожданных гостей были генсек ООН Пан Ги Мун и президент России Владимир Путин. Лидеры западных стран от присутствия воздержались. Единственным действующим главой страны ЕС среди гостей оказался чешский президент Милош Земан. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении призвал страны к сотрудничеству во имя мира и заверил собравшихся в том, что Китай никогда не причинит страдания другим народам. Также было объявлено о сокращении армии на 300 тысяч человек. Общая ее численность сегодня почти 2,5 миллиона. Парад по случаю окончания Второй мировой войны в Пекине проводился впервые. Ранее так широко отмечался лишь день образования КНР. Однако после грандиозного парада Победы в Москве китайский лидер приехал на родину вдохновленным. В масштабной демонстрации военного потенциала Китая приняли участие 12 тысяч военнослужащих, в том числе иностранные подразделения, а также 200 самолетов, 500 единиц бронетехники. В завершении парада в небо были выпущены 2015 голубей и около 50 тысяч воздушных шариков, что должно символизировать стремление Китая к миру.